это хорошо или плохо? Плохо, потому что они не должны играть, надо все говорить целиком. Я, например, побежала туда, где случилась какая-то беда, а там ничего уже нет. А вы сами берете? Нет. Ну слушай, ну все равно есть же, правильно? Мы с ней будем дальше дружить. А потом, когда я вышла на улицу, она мне сказала, что с другой подружкой не будет дружить, которая меня обманула очень сильно. Врать нельзя, если ты разбил окно, если ты в школе получил двойку. Ну вот, когда, например, другой человек подходит и говорит, пойдем со мной, а я ему говорю, я тут маму жду, а я не жду маму. Вот это надо соврать. Ты врешь, и тебя зовут Руни. Слушай, скажи мне, пожалуйста, вот как понять, что человек тебе врет? Можно это как-то определить? Можно смотреть прямо в зрачки и по ним уже узнать, врет он или нет. Когда он врет, он начинает так улыбаться, как будто он что-то не делал. Вы врете? Да. Маме вообще нельзя врать, потому что она может волноваться. Ты улыбаешься, значит, ты врёшь. Я говорю все время моему брату, что я его заказала Лего Френдса, у меня не Лего Френдса, а все время игрушки какие-то другие. Сделал, не надо врать. Скажи это маме, она еще больше, она не будет ругаться, ну просто немного поругает и все. Человек, когда он просто смотрит в глаза другому человеку, ему сразу понятно. Человек просто шутит над ним. А вот если вообще врать, это уже будет вообще плохо, это будет очень плохо. Ну, меня обманывали в деревне мальчишки, что у них есть такой велик с корзиной, что мою белку возили с горки. Ты маме скажешь, что ты двойку получил? Да. Вот прям вот придешь и скажешь? Да. Не соврешь, не скажешь, там, ну, троечка. Например, кинул жвачку, или наступил другой человек, и он дознается, что это он. Или ты намусорил после еды. Можно ли дальше продолжать дружить с человеком, со своим другом, если он тебя один раз обманул? Да. Можно простить один раз. А почему взрослые врут? Потому что взрослые, они хотят, чтобы их не посадили в полицию. Мама говорит, всегда говори правду, а то что не произойдет не так. Делай добро, оно приходит обратно. Врут люди, из которых называются, если я не думаю, что профессии, они никогда не врут. Просто врут преступники. Их, наверное, так и называется. Преступочная профессия. Ну, некоторые же могут читать люди на мысли, только это очень сложно. Я, брат, вчера убегал, потому что он говорил мне, сейчас укусишь меня, а ему 18 лет. Какой-нибудь чужой человек разговаривает, я сразу начинаю смотреть ему в глаза. Если он спокойно смотрит мне в глаза, то он не врет. А если он вот так вот дергает глазами, то он врет. А как дергает глазами? Вот так вот, как-то, как будто вот так вот. А если человек в очках, например, ты не видишь глаз? Ну, то надо убегать. Каждый новый день.